Привет, я Инга, и у нас с вами сегодня борщ, домашний борщ. Вот, кто-то меня там просил, не помню, ник, к сожалению. Я сегодня в очках, потому что делала макияж, типа графика, да, линии делала этой тенями, потому что акваланеров у меня нет, да и кисти удобной, тонкой тоже нет. В итоге я в конце решила на одну дугу добавить белый вот сюда, в итоге потом получилось жирной. Пришлось все замазывать тенями, и получилась толстая линия без растушевки, грязь. Поэтому в очках не знаю, куда смотреть, чтобы бликов не было. Хотя добавляем видно. Сметану простоквашино 10%. Блин, все такое розовое. Ужасно видно. Борщ делала сама. Кстати, получилось, на удивление, очень вкусно. Вот, я такой сделала. Средний по густоте. Обычно я люблю больше жидкий. Я люблю больше пить жидкость, чем, знаете, много свеклы, капусты, там, морковки и все остальное. Лук. Не знаю, зачем лук. Для красоты. Потому что я его тоже особо не ем. Ну, иногда ем, конечно, ладно. Пищу, да, такая. О, боже, она сказала мат. Ну, чтобы вы не забывали, что я тоже человек. Могу материться в каких-то ситуациях. Также вместо хлеба у нас багетные сухарики, томат зелень. Слюни потекли. И паштет будем есть. Такой паштет. Сейчас похлебаем немножечко. Кстати, мы обычно вот то, что готовим, много там супы, такие борщ, замораживаем. И хватает прям на полгода. Ну, потому что полгода мороз, должна храниться, по идее. Может, и больше, но не знаю. Сейчас буду, да, потом как-то рад этот ролик. Я ем суп. Сегодня я ем суп. Завтра я ем суп. А потом все такие, как они неделю уже это едят? Хотя не знаю, может они правда так ели? Почему я про пирата, блин, сказала? Не знаю. Ну, я не прям таких смотрю. И смотрела тоже так. Надеюсь, мне больше не придется сниматься в очках. Потому что на самом деле очень некомфортно, ни хрена не видно особо. Кстати, еще там в каком-то видео говорила, пишите про ТикТок, забудьте. Пришлось мне закрыть комментарий из одного нехорошего человека. Вот. Который мне 2 года покоя не дает, скажем так, да. Так еще я тоже подумала, типа, его девка, там, как я потом узнала по фото, типа, сливает мои данные. А потом я думаю, наверное, это не девка, наверное, это этот человек нехороший.
человек пусть ждет ответочку за такие действия. Я сказала, типа, слить адрес, мы хотела, все такое. Но мы с вами давайте порепетируем. Типа, вы такие знали мой адрес, хотя нахрен никому не сдалась. Что мы делаем? Ничего. Ничего не делаем. Забыли такие. Все, надеюсь, репетиция закончена. Потому что у людей своя жизнь, свои какие-то дела, законы, проблемы и все такое. Тем более, я не очень люблю незваных гостей. В принципе, я не раскраиваюсь. Это, знаете, было последнее вот терпение, так сказать. Предел уже. Ну вот, я закрыл комментарий про ТикТок. Не получится, если что. Хотя уже, ну, кто-то спрашивал навести на удочку ссылочку. Ну, это, кстати, я забыла сказать, что это вообще Android был. Ну, мало ли, много у кого айфоны. Чтобы выкладывать видео там или смотреть. Давайте попробуем паштет. Паштет. Так, рестоль. Востряковый паштет с гусиной печенью запеченным. Такая упаковка. Да, нас угостили. Короче, запах нереальный. Как я понимаю, семечки, мак и вот что-то еще. Сегодня камера, по-моему, не бегает. Хорошо. Кстати, про очки можно не писать, что они мне не идут. Я их так брала для прикола. Хотя у меня тогда еще ТикТока не было. Зачем я их брала, не знаю. Бакинут сухарики. Топ. Из топов. Но салат, вот свой любимый, один из своих любимых, фасолевый, я бы не добавила. Пробуем. Опа. Такой плотный. Опа. Так. Вкусно. Облако обычно на булку машут. Я так. Господи. Я буду в следующий раз. Я даже забыла посмотреть. Мне недавно скинули донат. Я помнила, что надо сказать спасибо обязательно. Я в следующем видео на бумажку себе запишу, чтобы нормально сказать спасибо. Потому что сейчас какая-то... Я так спешила, то макияж не вышел, короче. В следующем прям видео, прямо в начале скажу. Полностью данные, ну не данные, данные. Имя и отчество, вот. Прямо на бумажку напишу. Память вообще отстой. Я прям лежала, пила кофе и думала. Я все заскринила, чтобы не забыть. Имя. Отчество.
тупица, вообще тупица, извините, пожалуйста. Я все ходила, еду, приносила, думаю, что-то я забыла. Хорошо, хоть себя не забыла. Для вас. Я думала, тут жижа. Я вчера 2 раза больше ела. И боялась, мало ли, я сегодня его не захочу. Но нет, все нормально. Это что, тоже такое бывает, когда что-то планируешь есть, ты это ешь только на мукбанг, потому что потом перехочется, что я делаю. Чтобы аппетит на эту еду был, потому что у меня тоже вот все зависит. Хочу ли я что-то, либо нет. Вы иногда что-нибудь там пишите, что можно снять, потому что, мне кажется, я снимаю вот одно и то же, одно и то же. Хотя я видела канал одной девушки, по-моему, из Беларуси, она постоянно роллы снимает. Ну, бывает что-то другое, но роллы, я такая, мне вот так. Одни роллы. Интересно, сколько тут калорий? Не буду даже смотреть в очках. А это перчик, он острый, интересно. Не понимаю, что это. Ну, вроде не остро, но есть не буду на всякий случай. Это самый паштет вкусный, который я только ела. Что за предложение? Это самый вкусный паштет, который я ела. Воды нет. Пить. Поэтому молчаливого прощания не будет, к сожалению. Никакого резкого прощания. Сейчас. А то мне до сих пор иногда пишут, что я не прощаюсь. Так надо, мы не прощаемся. Мы только приветствуемся с вами. Блин, я все-таки эту хрень ем. Даже и не заметила.